Всем привет, ребят! Сегодня мы на канале, моем канале, мы на аккаунте моего подписчика Валерия в Казантипник. Гильдия называется Fort Knox, пропуск БГ в кик, форты 12.00, факела 20.46, босс 3 20.30, босс 5 21.00, вторые и четвертые места, гильдия 27.75. Кидайте заявочки, где-то в районе 100 косилы, смотрю, да, где-то так. Поехали, посмотрим, что нам надо выбить. Ну, смотрю, герои топовые. Аккаунт почти до минуса, уже до Донина. Вот так вот. Тыковка, конечно, не айс. Надо менять. Ара. Череп нормально. Нормально. Гаргул отлично. Хорошо. Вообще огонь. Ну, супер аккаунт, смотрю. Неплохо, неплохо. Ремка. Давно надо было что-то другое. Так, грубая. Неплохо, в общем. Пойдет. Для такого доната, в принципе. Нужен Бигфут. Новый герой. Так. Аджей не пройдено. Подземки. До семерок. Дополз. Неплохо. Так, ну что, поехали. Как обычно, коллекционер. 44 косамов. Асура нужен, слизни. Все дела, короче. Но, честно говоря, меня что-то не впечатляет сегодня эти прайм руны, которые падают в сеты. Что-то там, ничего толкового пока, кроме железной воли, я не видел. Так. Первый рыцарь есть. Тесса. Укротитель. Дед Мороз. Ну, Анубис, Фрея есть. Бог Грома. Королева Гарпий. Афина. Так, Афинка у него, по-моему, тоже есть, если я не ошибаюсь. Или нету? Или есть? Или нету? А Афины я у него, кстати, не вижу. Может, я уже слепой от этих роллингов, но... Да, нету. Поздравляю. Отличный герой. Поехали дальше. Фрэнки, Дед Мороз, Капитан Дрейк. Садник, Суккуб, Медуза, так, сердцеедка, хорошо. Кстати, сегодня слизни, смотрю, более-менее неплохо падают. Череп, Дракос. Еще Тесса, еще Хранитель, еще Бульдозер, еще и Тыква, и Суккуб. Да ладно. Так, пора отдохнуть от роллинга. Что мы там интересного такого выбили? Однозначно Афина. Сейчас глянем Фрэнки. По поводу Фрэнки не знаю. Афины точно я не видел. Или я уже вообще слепой? Фрея есть. Сердцеедка, повторок тоже навыбивали. Так. Заклинательница есть. Повелитель бури есть. Тесса тут хватает. Так, а Фрэнки? А Фрэнки я не вижу. Да, Фрэнки тоже нету. Открываем его пока. Пусть рандомчик наш остынет. То что-то мы его сильно поднапрягли. Поехали дальше. Так, смерть сразу упала. Ну, уже два недостающих выбили, уже отлично.
Ну, конечно, хочется какого-то Асуру сюда. Рыцарь. Ну, блядь, я вот не зря он ждал. Сейчас я вам даже скажу, сколько он ждал. Все-таки выбили мы ему этого Бигфута. Он мне кинул заявку еще 17 июня. Он мне написал. Так, 18-го. Сейчас уже июль. Короче, больше месяца уже прошло. И наконец-то я ему вырвал то, что он хочет. Точнее, хотел, хочет. Он очень просил, ему очень нужен был этот Бигфут. Пожалуйста, третий недостающий герой. Как заказывал. Поехали дальше. Фараон. Поехали, смотрим. 15-15 слизней собрали. Просто отлично. В принципе, справились с заданием. Даже более чем, даже забрали. Асура, конечно, пока только на одном аккаунте упал. Я надеюсь, еще кому-то выбьем сегодня роллингов до хренища. Так, давайте еще Бигфута откроем. Ну, просто кайф. Сет Prime Rune. Гнев. Ну, я не знаю. Гнев что-то чаще всего сегодня у нас падает. Так. 9 смен есть. Ну, идем что-то ему сейчас по сменам потрешуем еще. Так, смотрим. Первый. Четвертый. Второй. Кто там у нас еще упал? Франки, Афина. Вроде все. Давайте. Раз, два, три. Верс не надо. Не надо. Не надо. Рассвет ставим. Ну, в общем, вот так вот. Такое вот. Такое вот у нас. Вот такое. В принципе... Получилось у нас очень даже охрененно. До Минотавра ему осталось еще немножко. Что у нас тут есть? Череп. Давайте сделаем ему еще дополнительно подарочек. У него была днюха. В принципе, мы то, что он просил, исполнили. Заберем скин черепа. А вдруг да и повезет. Все же бывает. И начнем собирать ему огнекрыло. Так, раз. Трахти бедок. Надо еще самики. Есть. Отлично. Скин черепа, черепа забрали. Давайте еще доролим. Потом пооткрываем там. Так, еще рыцарь. Ну, честно говоря, так, ведьма, смерть. Я более чем уверен был, что уже ни хрена толкового нам не упадет. Ну, мало ли, вдруг все же бывает. Да, тут, конечно, за две. Хотя мы выбили дракона. Почему и нет? Извращаемся же над этими аккаунтами как можем. Так, есть. 600 самов. Еще сейчас паролем. Почти. Сейчас мы. Так, отлично. Ну что, проверим рандом по 150. Шаман.
панда, ангел, шаман, палач, панда и ледяной. Вот так вот. В общем, в принципе, ребят, все. Вот такой вот у нас был роллинг. Я считаю, справились с заданием на все 100. Бигфут, Афина, Фрэнки, недостающие герои. Он больше всего хотел Бигфута, плюс скин, плюс собрали то, что он просил. Все. Пишите комменты, подписывайтесь обязательно, лайк. Всем пока, я побежал дальше.